Я считаю, что если народ умеет чтить свои национальные праздники, он всегда будет стремиться к миру, он всегда будет стремиться к единству, а это значит, что у нашего Крыма есть будущее. И как говорят в Крыму, Байрамы Харви Олсун, пусть все будет хорошо. Чтобы это было. А так все как обычно, как и всех.